пришел к своему другу, я пошел покурить его в окно. Увидел за телевизором у него пневматическую винтовку. Ну и решил выстрелить с нее ради спортивного интереса по мусорному баку. После чего произвел два выстрела и поставил пневматическое ружье. Прежде чем выстрелить, я убедился, что ну, не было никого рядом из людей. Ну, раскаиваюсь в этом, после этого больше так не повторится. Прошу извинения у граждан.